доту. Прыгаем мы в доту, и, собственно, в доте что мы видим? Мы видим Extreme Players против Alliance Mad Geniuses Cybersport, AMG Team и X-Play. Вот такие две команды. Extreme Players, конечно, я еще могу выговорить, да, вот очень быстро. Extreme Players идут в атаку, Extreme Players защищаются, Extreme Players вышли на Рошана. Нет, там все у них, Extreme Players плохо или нет, все у них хорошо. Но, а вот у команды Alliance Mad Geniuses Cybersport тут, конечно, посложнее будет сказать, поэтому будем использовать сокращенно названия AMG и X-Play. Так попроще. Ну, в общем-то, распинался я вам по поводу того, как же называть эти команды или не называть, о том, как же, что же на этих выходных будет интересного. Потому что надо вот нам с вами занимать это время, пока вот эти вот все товарищи 4 отправляются в бан. Ну, как бы говорить о том, кто уйдет сейчас в бан, это, ну, как бы... Уже не камильфо на самом деле, потому что все знают эти пики, точнее баны, все их запомнили. И меня это смущает, потому что уже идут отборочные на International, уже новые там показывают. Ну вот наконец-то, Нага Серина, показывают новые стратегии команды. Вот Андерксир, вот она, связка моей мечты, боже мой, Extreme Players, я люблю вас, я готов расцеловать монитор. Вот я, ой, какие мои хорошие, ну наконец-то, просто надоели уже эти... Ой, Дейтхантер, я вас тоже люблю, AMG Team, о, круто, ну вот это будет игра, супер, супер, супер. Где еще Void? Ну, то есть, Dota развивается, тем более перед International, такими темпами, огромными, 7-мильными скачками, 10-мильными, там, через континенты перепрыгивают. Эти стримы везде, все смотрят, новые какие-то подходы к игре. Вот Джакира в бан, да, круто, вот правильно. Вот надо такие, ну, то есть, как бы, надо развиваться, какие-то новые стратегии пробовать. Где рождается Dota? Dota рождается не на International, Dota тут рождается. Тут должны вот ребята в пабах придумать какие-то имбо-связки, а потом мы должны какие-то габлаки там и прочие ребята замечать, и потом уже включать свои пики, понимаете? Вот где кузница кадров-то. Почему? Вот не зря паб является кузницей кадров. То есть из паба вышли многие там, и комментаторы, и игроки, все отсюда вышли. То есть это вот этот качан, точнее не качан, а чан, в котором варится вот это варево, которое на спине там у лондруида, понимаете? Все в нем варятся, и что-то там происходит. И ребята уже на International первый приз за 6 миллионов перевалило, может быть еще и 10 будет там к концу турнира. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что победители, вот те, которые получат первое место, даже второе, даже третье, там даже, наверное, четвертое, пятое, они заработают денег больше, чем, например, украинские спортсмены получали за золото на Олимпийских играх. Вот я сегодня шел по улице и подумал об этом, что, по-моему, там 100 тысяч или 50 тысяч долларов платили за золотую медаль на Олимпийских играх, понимаете? 100 тысяч долларов, а тут первый приз там на первом интернешнале был миллион, понимаете, на команду по 200 тысяч на человека, ну, грубо говоря, да? А тут уже 6 миллионов, так какой там будет на команду-то? Там скоро по миллиону на человека будет, по миллиону долларов на человека, понимаете, вот к чему мы идем? Потому что Dota уже там, я не знаю, через несколько лет вообще станет олимпийским видом спорта, такие призовые, такие турниры, ну, просто... Уму непостижимо, как это все развивается такими огромными скачками, темпами. Спасибо Valve, ну и спасибо, в общем-то, всем нам, потому что именно мы являемся двигателем этого прогресса-то. Ну и вот команды, в частности, AMG и X-Play тоже являются этими самыми двигателями. Ну, думали, да, я тоже думаю, что вы все думали о том, что Рубика возьмут, могут, точнее, взять. Ну, как бы грех не взять Рубика, если есть Тайдхантер. Ну и Триант Протектор, то есть оба ульта полезны, можно что-то украсть. Ну, конечно же, и Вайпер, ну тут Рубик может, в принципе, он, конечно же, будет нацелен на то, чтобы украсть Рэвидж у Тайдхантера, но, с другой стороны, Тайдхантер ведь тоже не дурачок, да, он же может, там, дать Рэвидж, а потом сразу же Энкер Смэш, там, или Гаш, ну... Посмотрим, там мало ли что, вдруг он потеряется, вдруг Рубик с БКБ будет, или вдруг Рубик с Блинкдаггером будет, он там как-то под Рэвидж не попадет. То есть даст Рэвидж, а вот сразу же после Рэвиджа там как-то Рубик у него укрыт, не успеет тайт. Ну, в общем, Рубику сейчас есть возможность показать, насколько он скилловый, насколько он хороший, Рубик. Не знаю, кто в команде Extreme Players играет вот на Рубике. Может быть, это Вейн, может быть, это Сашла, может быть, это Даркус, может быть, это Артес. Ну, вот... Может быть, это капитан команды нон-стоп. Кто-то, не знаю кто, но посмотрим. Ну, баны вот Сайленсера и Дизраптора. Это, кстати, знаете, какие баны и почему баны?
баны для того, чтобы не дали, ну, то есть вот сайленс и сайленс у того и второго, у одного и второго хорошие сайленсы, да, для того, чтобы никто не смог дать сайленс и помешать вот этой вот связке. И Сент-Кинга, ну, тогда уж точно Вайдана надо пикать. Вы представляете, что это будет? Это будет купол, стан, сон Наги Сирены. Войд ставит купол, Нага отжимает сон, Сент-Кинг дает там рассказ своего Бороу Страйка, точнее эпицентра Бороу Страйка, это вот она, да, и там еще Дарксир стенку и стяжку, короче, там будет просто капец. Надо срочно или Вайда банить, или его взять, но тут уже как бы Войд сюда не зайдет. Хотя, может, и зайдет. Войд сюда тоже может зайти. Вот, например, Вайпер в центр, Тайдхантер с Тренд Протектором там будут, грубо говоря, отфармливать Вайда. Но они просто милишные. Тогда может Тренд Протектор пойти в сложную. А Тайдхантер будет свои дома, какого-то рейнджевого, там еще саппорта, чтобы отгонять Дарксира в сложную. Хотя нет, если Дарксиру будет сложно, то... ну, можно тогда Кристал Мэн какую-то пикнуть или там... Ну, тогда можно, ну, на самом деле, и эти могут вдвоем пойти в легкую. То есть, свой дом, а третьего какого-то героя отправить, ну, нормально в сложную линию. То есть, не идти на компромисс. Хорошего оффлейнера выбрать, ну, того, кого хотели. Там, например, Кентавра, там, или, я не знаю, Магнуса, или Клокверка. Ну, то есть, я не знаю, там, о чем сейчас думает у нас Лилоуч. Ну, а, ну, ага, то есть, вот так. Ну, Пак центр, Вайпер керри, окей. 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 Угу. Ну, Вайда здесь уже точно не пикнуть, команда AMG Team, а вот эти вот товарищи Extreme Players, да, экстремальные игроки, они очень даже могут себе забрать Вайда. Как раз, видите, у них керри-то и нету. Керри-то его нет. Ну, Нага, конечно, может быть керри, но мы, наверное, с вами будем надеяться, что Нага пойдет в центр для того, чтобы пикнули Вайда. Ну и посмотрим на эту... имба супер пупер связочку. Шиду Шамана отправили в бан как одного из неплохих саппортов. Ну, остальных неплохих саппортов может Лилоуч пикнуть. Кого же он забанит? Бань Вайда, дружище. Ну, если Вайда сейчас доберут и ребята хорошо исполняют на героях, то, ну, это просто будет яд. Будет просто яд. Вот яд Вайпера будут в него же засовывать и им же его и поджигать, и сжигать, и убивать. Как-то так, мне кажется. По-другому никак. Но вот Shadow Demon, ну вот это, кстати, ошибочка. Ну, если я ничего не путаю. Ну, должен быть Void. Ну, просто вот... просто я вот думаю всеми своими мыслями о том, что должен быть Void. Ну, а как по-другому? По-другому просто никак... идеально вот вообще, вот четыре героя, просто Войд их любит, целует и там, я не знаю, в общем, Войд очень хочет сюда зайти и не стоит только много времени тратить для того, чтобы выбрать Войда, потому что именно Войд здесь и нужен. Нужен, ну такой пик просто шедевральный для Войда, вот все. Боже, я сколько раз уже сказал Войд, интересно, 5, 6, 10 раз. Ладно, оставим команды наедине с их мыслями, посмотрим, пусть они подумают сами, а мы пока свернемся и узнаем, какие у нас там есть потери на стриме. Нет, потерь никаких нету, все окей, все хорошо. Так. Так. Вернулись мы в игру, ребят, посмотрел, там на стриме вроде бы все нормально. А, нет, все-таки еще сейчас вернусь, посмотрю на сам стрим. Да, вот тут вот. Вот есть тут у нас какие-то дела. Есть, все хорошо, все идет, мы возвращаемся в игру. Так, 14 секунд почему-то ждет. Луна, ну как, Луна! Куда ж ты, Луна-то? Не, ну... я, ну, как бы, вы меня не поймите неправильно, Луна тут отлично сюда тоже заходит. Луна отлично заходит, Луна хорошая керри, но Войд в сотню раз лучше, в тысячу раз лучше, тысячу. А, так, вот у меня единственная еще команда Extreme Players капитана нет в друзьях добавленных. Надо его добавить. Ну, в Skype, чтобы, если что, там, я имел возможность ему написать. Так. Add me, пишу. Add me, please.
Эдми, плиз, все написал, отправил, и теперь... О, это Мирана, это Мирана. Ну, ребят, честно вам сказать, вот мое субъективное мнение, основанное на объективных показателях, говорит о том, что команда Extreme Players имеет в разы жестче пик. Ну, просто в разы. В разы жестче пик, и что, и стартовала игра, началась там. Началось все, и посмотрим. Но сейчас будет все от индивидуального мастерства игроков зависеть. Причем очень многое будет зависеть. Но, как бы, понимаете, команде X-Play чем просто? Тем, что у них есть Нага Сирена, понимаете? Она пойдет в центр, она быстро там наберет свой 6-й левел, и дай бог быстро 11-й. А на 11-м левеле вот этот кулдаун со 180 падает до 120 секунд, понимаете? То есть не раз в 3 минуты, а раз в 2 минуты. А там еще за 2 минуты, дай бог, еще набрать... какой-нибудь там 16, ну нет, 16 может быть нет, ну как-то так. GLHF пишет наш нон-стоп, ну я думаю, сейчас GL в принципе не помешает, вот именно лака не помешает команде AMG Team. Так, давайте разбираться, кто же, где же и как же. Итак, Нага Сирена, Даркус, Сэнд Кинг, нон-стоп, дальше у нас есть Луна, Двейн, Артес, Рубик такой. Артес такой Рубик. Ну и Дарксир Сашка. Как же это прочесть? Вот это Че. SH это Че, да? Это Шачло. Шашло. Какое-то Шашло. Я не знаю, честно. Вот я, если что, если команда X-Play пройдет дальше, я обязательно спрошу, как правильно вот читается имя Драксира. Стендин Сашло. Шашло, Шашка, Шапка. Как-то, ну... Ладно, теперь команда AMG. AMG, не забыли мы о ней. И Эвик, The Monster. Эвик, значит, Эвик на Tide Hunter. Густава, тоже монстр. На Триан Протекторе. Ну, посмотрите, это реально монстры. Такие два идут страшные дядьки. Что встретить такого, да, где-то тут в лесу? Это просто можно сразу же наложить. Так что у нас тут? Дефраг. Дефраг тоже монстр. Боже, они все монстры. Ну, Мирана может быть... Ну, если она будет попадать стрелами, то, конечно, будет монстр. Монстр. Коннор. Коннор на паке. Ну, и остался у нас последний керри вайпер. Лелоуч. Лелоуч. Окей. Вардец-то ткнул здесь? Ткнул здесь вардец-то? Монстр. Монстр Дефраг. То есть можно всех называть монстрами, не ошибешься. Ну, кроме Пака. Пак просто Коннор. А остальные монстры. Итак, Нага Сирена. Получается, сразу же арбом. Ну, окей, может быть, попробовать пойти тоже ответочку, да, рептайтам дать. И дала, и пожалуйста, посильнее так настреляла-то по Коннору, да? Какой ты думаешь, что ты? Ой-ой-ой, а рептайт не знал, что такой большой дэмэдж. Я думал, самый большой дэмэдж у господина... Расты. У него там 120, хотя, если чистый дэмэдж, то, в принципе, 120, там, минус 25%, это сколько будет? У меня нет под рукой сейчас калькулятора, но у Бэйна тоже неплохо, там, 90 чистого урона, или, там, Тинкера. Окей, кого там заденайл-то? Пак заденайл. Крепочка. Что у нас тут? У нас Мирана со стрелой, посмотрите, стрелу упустила, за Рубиком гонится, там где-то его нашла, видимо, но не убила. Ну, ок, в принципе... Нормально, там развлекаются пока саппорты, пока Мирана развлекается, но самое главное для Луны, что она фармит. Вот что самое главное. Ну а здесь Дарксир, что Дарксир? А давайте посмотрим, 0-0 у него, вот это плохо, это проблема, конечно. Но тут вайпер, видите, аж куда пропушилась линия, потому что здесь и пулят саппорты, да еще и Дарксир пушит, поэтому не получается пока что стенды на Сашке что-то себе получить, хотя бы чуть-чуть опыта, хотя бы самую-самую малость. А, так, тем временем у нас Нага Сирена, Даркус в центре, начал уже вырываться потихоньку вперед, 7 на 2 у него статистика, у Коннора статистика чуть-чуть похожа, но у него с другой стороны фастбот, я так понимаю, сейчас будет, или вот он уже летит, или летел, да, уже назад, видите, возвращается этот ботл, поэтому попроще будет немножко ему стоять, благодаря тому самому ботлу, из которого он будет испивать, отпивать и так далее. Но Нага Сирена не в супер фастботл выходила, поэтому вот так вот тайдриптом-то забрала, этого не получилось, поэтому только на второй минуте ботл появляется. Но появляется тоже неплохо. Тоже она может контролировать руны с большей эффективностью, чем если бы не было у него этого ботла, если бутылочки-то не было. Пак. 150 маны стоит этот Иллюзорий Орб. Так сильно, конечно, часто им не поспамишь. Три раза всего лишь его можно дать. Вот один дал, и сразу же, видите,
треть маны осталось. Но из бутылочки открылся, все в порядке. Так, вот тут пингует на Мирану, что задолбало уже это Мирану со своими стрелами. Смотрите, самонаводящиеся просто стрелы. Вот если бы еще эта стрела была такая же самонаводящаяся, было бы вообще беда-беда. Так а у кого лучше из керри тут дела-то? Вот посмотрите-то, Луна имеет 8 на 1, а Вайпер имеет 10 на 2. Ну, одинаково, честно я вам скажу, одинаково. Вот он смог на Дарсе, решил там, второй левел я получил, пойду-ка я в лес. Пойду-ка я в лес стакать для Наги Сирены и для себя. В принципе, идея неплохая. Но вот как раз он ушел, кстати, смотрите, ушел, а тут Вайпер-то уже пропушил сюда лайн и мог бы на самом деле там еще подстоять Дарксиры, опыт получить. Но здесь, конечно, ребята будут стараться как-то зацепить Нага. Тут есть семечко-то, есть семечко. Ну, Нага Сирена так бежит, спасается хорошо. Дали нее гаш, прыгнул сюда, Коннор дал, Сайленс. Тут еще один семечко посадить. Дал, ты будет сражаться, будет рептать, рептать, все, больше ничего не может дать. И погибает Нага, надо было не сражаться. Ну, видите, до последнего там хотел. Думал разменяться-то с Паком, но тут еще и дерево немножко так, ну, по-простецки сыграл. Не дал он Ливен Армор в Коннора, до последнего не давал, может, типа таким образом байтили. Но, тем не менее, первый фраг для команды АМГ. АМГ. И у нас тут, ой, тут Рубик-то со Смираны-то. Стрела. Полетел, и Рубик-то попал прямо стрелой на минус Рубик. Вот так вот. Ну, как-то, ну, это было же очевидно, что там будет Мирана пускать свою стрелу. Ну, ладно. На совести Рубика этот фраг остается всецело, потому что мог он там спокойно уходить в той ситуации. Ну и пришлось ему вот такие вот маневры совершать. Пак, руна регенерации. Очень полезно, очень хорошо. Так, ну Дарксир здесь уже третьего еще не будет, но... Но второй есть. Так, Сайленс. Пак прыгает. Пака пятый. Ну тут Нага Сирена тоже не сильно отстает-то по левелу от него. И что? Потом урон падает у Наги Сирены. Вот в чем проблема. Ах, тут вышка просто всех этих крипов убивает, потому что у Нага Сирена тайдриптом очень много брони снимает. Вот эти 4 уже брони, минус 4 брони. И, соответственно, там вышка просто с одной тычки практически пол хп там сносит этим крипочком. Надо задунать, может быть, вот этого верхнего крипомага. Хотел очень дать рептайд в пака, и успел задунать. Ну, нормально. И этого тоже, ах, не успел, надо было кликать. Ну, может быть, и этого нет, не дунает. Но ошибка от Даркуса, надо было там дунать нескольких крипов. Мог бы он все сделать, ах, вот так вот. Ну, пак, конечно, заэвейдил, но 3 крипов забрала Нага. Пак заэвейдил. Так, ну что тут, Мирана, видите, не остановим, она еще прыжок есть, отлично. Ну, отогнали немножко назад. Надо было раньше Рубику зайти вот сюда, вот здесь вот. Сюда. Тогда бы вот Мирана как раз бы прыгнул на него, и он бы вот словил бы ее здесь телекинезом и бросил бы сюда, а Санкинг отсюда бы как раз бы копнул еще раз Мирану. Ну, такой вот сложный план нарисовал, но на самом деле ничего сложного в нем нет. Все это прекрасно можно было сделать. Тем более сейчас варды-то у Мирана нет. Там есть, кстати, 7 секунд на прыжке кулдаун, что Рубик воспользуешься, Артес. Нет, Артес не воспользуется. Дарксир очень битый, но потому что стакает он здесь всячески. Вот, ай-яй-яй, не застакается сейчас. Но попробовать потянуть время, ну что ж ты сделаешь, тут ничего не будет. Сейчас, застакается, как повезло-то Дарксиру, да застакалось, ничего себе. Третий левел, кстати, Дарксир. Надо вернуться на линию, мне кажется, попробовать вернуться на линию, там попробовать еще что-то поднасобирать. Вот сейчас с фонтана он сразу же ТП-шечку может сделать. Вот ТП на линии, там как раз пулится в его сторону, пушится линия. Так, руна невидимости, для кого? Для Пака. Подождите, а где Пак? Пак. Ага, Пак. Ну вот хотят выйти на триплу, там он тогда еще реведжа, конечно, нет, но Тайдхантер, в принципе, ну и без реведжа пока может пользу-то внести вот этим самым гашем. Так, у нас Пак-то хочет кого-то найти, а инфа-то прошла, что никого нет, и все спрятались, посмотрите, так как играет команда X-Play, очень уверен. Тут опять сейчас Санкинг, тут есть ветра, Пак, надо Сайленс просто, ах, не успел, а Пак это пусто. Так, окей, Сайленс дал, выходит, ну Санкинг, подкоп, всех подкопал, хорошо, погибнет, да. Погибнет, но крипы тут еще и крипов зафармят. А как плохо-то. Ну тут сейчас Луна, если у нее есть ультимейт, Луны есть ультимейт или нет, почему не выходишь? Луна, куда ж ты? Двейн там, надо было выйти там с ультимейтом, попробовать посражаться-то. Эх, не захотел. Но пока 3-0. На 7-й минуте, но Нага фармила все это время. Нага фармила. И Нага 1200 уже нафармила там. Нафармила 1200, наконец-то начинает на иллюзии. Но вот она немножко, видите, максила риптайт, и вот не было у нее иллюзии, поэтому.
Поэтому не фармила она так вот эти споты. Ну, может быть, оставляла до Дарксира. И Дарксир, наконец-то, начал получать свой левел какой-то. Седьмой вайпер. 35 на 12. У Луны чуть-чуть похуже, но, в принципе, не критично. Нага сейчас тут, конечно, будет... не будет, точнее, получать. Не будет она получать ни опыта, ни денег, ничего. То, что пришли вот эти страшные дядьки, монстры. Густава и Эвик. И так вот Рубик. Стрела прямо в Тайдхантера попала бы, если бы он был из команды X-Play. Но он был из команды своей, из команды AMG. И стрела в своих не попадает. Кстати, может какой-то сделать фишку, чтобы в своих попадала стрела. Это было бы круто. Но там, допустим, чего-то ей добавить. Так. Нага. Сален, ну, пак слишком агрессивно играет, сейчас всю ману он истратил, хотя, понятно, почему слишком он агрессивно играет, потому что есть у него великолепная рунная регенерация. Вот. Забрасывает сплавим по кулдауну, пока есть эта самая регенерация, Нага тут отправила копии сразу же с крипами, еще и копии нормально так забрали, крипочка, там надо забрать, молодец. Ну там что со злостью рисуют ребята, это Мирана рисует, говорит, задолбали они меня, они не дают ни фарма, ничего, посмотрите на меня. 20 на 1, слушайте, так нормально у нее. Че она ругается-то? Пусть бы не ругалась, нормально. Для оффлейнера, посмотрите, с Дарксиром-то. У нее 7 левел, у Дарксира 14 крипов, у нее 20. И Дарксир что там у нас? 4 левел, понимаете? Вот что значит хорошие саппорты. Но вот на Луну-то сейчас гаш дадут, еще и стрела! Ультимейт! Но ультимейт тайда все-таки заберет! И Луну-то Эмералда убили! Тайда-то может там одна тычка, там тоже здесь у нас сражается, это Сенкинг бежит замедленно, он хочет, он тайда убить, но тайда не убить. Может быть подкопать Густава подкопать. Потому что выходит там остальные, подкопать Густава, да, тут выходит Рубик, сейчас телекинез-то будет, есть, так. Левинармор на себя просто бросил назад, тут кто, тут еще, где, кто, есть, там кто-то бежит, вот здесь вот, это бежит Сашка, подкопал, не успел, сейчас уйдет, если стан пройдет, да, стан прошел, ушел. Ультимейт в Сенкинга полетел, Сенкинг погиб, то Мирана ультимейт дала, и тут надо срочно всем бежать, надо, пока нет Наги Сирены, драться сложно, но если Наги Сирены, то уже было бы драться очень плохо, потому что, ой, тут хороший-то ультимейт от Пака, но видите, реализует свою, раннюю агрессию, потому что иначе будет ГГ, иначе будет очень плохо, трипл килл Вайпер получил. Ну вот, был бы Воя здесь. Было бы все так, кто сюда летит, Пака нашли. А, окей, здесь Сен Кинг. Ну а что ж тут Сен Кинг-то не дал-то подкопа? Так, ну тут все выходят, а вот очень плохая позиция. Где Нага? Почему он сюда Нага-то не летит? Подкопает четверых-то Сен Кинг. Сен Кинг подкопал, всех подкопал, отлично. Нага, у Наги ультимейта-то нет, Нага... Ой, Нага, что ты, Луна, ну... Короче, ошибка от игроков. Зажались они здесь вот, в лесу своем под тавером, и просто вчетвером туда всех убили. Ну, Нага говорит, пока, ребята, терпите, мне нужен Радианс. Ну, окей, 10 минут есть, Радианса все еще нет, но, как бы, не страшно. Тайта Ревейдж имеет. У Тайда есть Ревейдж, ну, может быть, Тайда там... Кстати, еще и разрушил там Тавра. Ну, Тайду, в принципе, надо на Бенгдагер, чтобы этот Ревич-то. Окей, ну, смотрите так. Вот сейчас график на 11 минуте резко, да, рухнули вниз, потому что, как бы, 9 на 1 счет и Тавра нет, но... Но Нага Сирена, давайте общую ценность посмотрим. Ну, Нага Сирена, кстати, общая ценность-то гораздо меньше, чем у Вайпера. Гораздо меньше, на целую 1000. Стрела полетела, и стрела не попала, ну, попала, но... В общем, не туда она попала. Наги надо как-то вот эти еще леса пробовать фармить, все выфармливать, чтобы очень быстро получить свой радианс. Потому что иначе эти ребята... Ну, а самое главное команде-то AMG не останавливаться-то, идти пушить. Так, ну Луна сюда прилетела, сейчас у нее будет тот самый ультимейт, и ее теперь... Не... Так, вот есть информация, ну хорошо, здесь стоят варды, как бы в нужном месте, и Луна получила информацию. Так, прыгает сюда Пак, уже блинк-даггер-то у него есть, ну что там, надо ультимейт раскастовывать, а бей ультимейт, пошел, Пак не ушел, Пак ошибается. Вот так вот Луна уходит, даже еще цепляется, надо назад бросать, подкоп, убили, ну вот отвечает, это же стрела, ну мимо стрела, вот так вот там кто, Мирана, собирает на Дарксит, такой следует прыжка, у Мирана, есть прыжок. Есть прыжок, ну Дарксира есть Сурдж, а у Мирана там прыжка еще не будет 30 секунд, 25 уже, ладно. Отпустили, но, в общем-то, поняла сейчас команда AMG, что агрессия агрессии, но как бы по одному врываться не стоит.
с ультимейта. Сейчас попробует Мирана, с Мирана зайти. А, прям в Рубику-то в лицо! Ахиллесу просто... Ахиллесу, Артесу. Ну, Руби, конечно, фидит, но... Ультимейт закончился, есть, надо подкоп давать. А, нет, не надо, надо подождать. Ну чего надо подождать? Ну, кстати, подкоп было бы дать, может, стоило бы дать подкоп, стрела полетела, но все это видел прекрасно Сенкинг и ушел отсюда. Но все разбежались, а Нага Сирена тем временем, что, 300, ну еще нет Радианса, понимаете, не делала она First Blood, никого она не убивала, Лиса она не убивает, и поэтому нет Радианса, ну ей просто нужен хотя бы Сакрит. А, ну может быть, если бы не было бутылочки, то был бы, кстати, уже Сакрит у нее. Но вот она пошла туда, в надежде, что Сакрит подешевел. Ребят, давайте проверим, так ли это. Нет, он не подешевел, твою мать. Вот так, наверное, Нага Сирена сейчас думает и возвращается на линию. Говорит, какого, я же там заплатила за... За что она могла заплатить? За компендиум там, мне обещали, что там будет дешевле радиант, если я 50 левел наберу. Ладно, шутки в сторону, игра у нас серьезная, 3 на 10 уже счет. Ну, не уже, а вот сейчас счет. Ну, Тайдам еще с Райваджем не видели, а он готов, но Рубик тоже готовится там. Понимаете? Ну, Бару Страйк у Сенкинга тоже, у всех, я так понимаю, все готово, кроме ультимейта вот у Сенкинга. Ну и, а, вот Рубик тоже ждет этого Райваджа, но ждет пока что с мокрыми глазами от слез, потому что нету еще у него этого самого великолепного ультимейта его, и украсть он ничего не может. Но вот последняя плота на центральной линии, последняя вышка, которая позволяет Наги себя вольготно чувствовать, и что, и она вот падает потихоньку падает. Но надо еще 600 монет, а где же их взять-то, Нага Сирена, что ты скажешь мне? Где ты возьмешь 600 монет? Ну, копии, там, лес, я не знаю, стакать Наги, вот что саппорт сейчас, смотрите, здесь все находятся, и никто не фармит. Ну, это плохо, конечно. Ну, хотят драться или что, я не понимаю. Зачем драться-то? Отдайте вышку, пофармите быстро. Нага, окей. А фортификация? Ну, тут тайд, понимаете, тут тайд. Сейчас Нагу-то найдут и... Так, сон, хорошо. Ну, где остальные-то как далеко? Боже, посмотрите, где вся команда? Вот там вот куда-то бегает она. Сетку, хорошо. Ну, на одного на сетку. Сейчас стяжку надавать. Сейчас будет рэш! Ваши минус все! Посмотрите, как быстро все погибли. Минус 4! Вот так вот. Ну, совсем не стоило там драться. Не стоило драться абсолютно. И минус 5, и Рубик тоже погиб. В общем... Ну, как бы, Нага Сирена откладывает свой радио. Боже мой. Ошибка это была. Нельзя было сражаться абсолютно. Абсолютно сейчас ошибаются ребята из команды X-Play. И вот был бы у них Void, вот тогда бы было бы все покруче. Вот эта луна все испортила. Потому что после Наги Сирены Войду просто стоило поставить свой купол, и все было бы прекрасно. Вот сейчас у нас погиб. Кто? Сенкинг погиб. Сенкинг еще без... А, уже с шестым. Эпицентр там пытался дать, но... А Рубик без шестого. Ну вот и вышли-то. Смотрите, 15 минут и вышли уже тут забирать Т3 Тауэр. У Нага Сирена, конечно, так, Овергроз, хороший, корни по двоим прыгает, пак, дает Сарица. Луна сейчас опять погибнет, а Луна погибает! Боже, 17 на 3! Какие же это 13? Ну... Вот ошиблись-то в одном элементе, это команда X-Play. Вот Void нужен был, Ну давай подкоп, Сенкинг, куда ж ты бежишь-то? Дай подкоп, да, дал подкоп, хорошо, Нага. Ну хоть кого-то, да убить Сайленс-то, Нагу. Все, прыгает, Нага не уходит, Нага погибла. Ну и нету Радианса уже, не будет здесь Радианса. ГГ пишет нон-стоп. ГГ. ГГВП. ВП. Ребят, ВП, мы уходим с вами на коротенькую паузу, ну, за 15, ну, вот видели, так и не появилась Радианса у Наги Сирены. Так и не появилась. Вот, ну, в чем-то проблема. И все потому, что это Луна была, а не Войд, понимаете? В том сражении бы, то есть, как бы, ну, еще, если бы был шестой вообще у Сенкинга и был бы Войд, понимаете, то после сна сразу же поставился бы купол на Тайдхантера и там на Пака, на всех, короче, поставился бы. И туда бы этот купол запрыгнул бы с эпицентром-то Сенкинг. Ну, и, соответственно, там бы еще стяжка была, стенка туда была бы. Ну, короче, там бы никто не ушел. Вот бы этот файт выиграли, потом бы AMG зажались. Но нет.
Не пошло. Ладно, ребят, пауза. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Скоро.